здесь сказано, чтобы не было трепета, а ангел дома, который тянет в ад. Что это за сомнение? Сомнение — это когда ты не уверен, не знаешь, есть множество сомнений, и это именно время, когда ты падаешь. Если я нахожусь в состоянии, когда все в моих руках, я нахожусь в желании получать, я стою на двух ногах, если я нахожусь в состоянии, когда я весь в отдаче, все в руках Творца, тоже я нахожусь в двух его руках. Если я нахожусь в этих сомнениях, когда и ни того, ни другого, такое состояние самое неуверенное. Но находиться именно в руках Творца и пробуждать сомнения — это хорошо. Это сомнения, с помощью которых человек поднимается. Поднимает эти сомнения к святости.